Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про гарну ініціативу від чернігівської молоді. З 28 лютого у Чернігові стартує благодійний аукціон «Купи зустріч». І про цю акцію нам розкаже місцевий представник всеукраїнської громадської організації молодіжної «Фрі» Серафіма Молчанова. Серафімо, я дуже рада вас бачити в нашій студії. Подібні аукціони – це, в принципі, явище для Чернігова не нове. Вже ряд громадських організацій, ряд активістів намагалися таким чином заробити гроші для діток. Який ефект може бути від такого виду благодійності? Ну, так как вы действительно правы, это уже организовалось не в первый год, не первый раз в Чернигове. Цель одна, то есть эффект один. Люди не только классно могут провести время друг с другом или познакомиться с новыми людьми, или встретить просто интересных собеседников, они параллельно с этим помогают и участвуют в благотворительности. Это очень важно, потому что, мне кажется, формат благотворительности должен иметь разные аспекты, и каждому человеку должно это быть интересно, как подрастающему поколению, так уже и людям разных возрастов. И тем самым эффект самый главный – это то, что мы заинтересовываем все общество. То есть мы охватываем самый широкий круг тех людей, которые действительно могут помочь и просто выявить желание провести хорошо время и при этом благотворительно поучаствовать в помощи детям. Особисто ваша громадська організація вже проводила в Чернігові подібні аукціони? Да, в прошлом году мы как раз проводили подобное именно вот купив встречу. Это был благотворительный аукцион свиданий. Он был не настолько широко масштабен, потому что организация всего существует полтора года официально, поэтому это были наши такие начальные шажочки в данных мероприятиях, но уже тогда мы смогли помочь деткам, мы ездили в детдом и устраивали тоже и для них концерт. В який дитячий будинок ви їздили? Я вот название точного не знаю, потому что это было в Чернигове. Это был даже не совсем детдом, это была как школа-интернат. То есть там были дети, которые имеют своих родителей, но при этом они там находятся на попечении в этом доме. И поэтому нас были очень рады видеть, потому что действительно именно настолько искренне и душевно именно устроить не просто материальную помощь, но при этом концертную программу не каждая организация, не каждая желающая есть, кто на это готов. Якщо говорити про цьогорічний аукціон, чи вже багато чернігівців погодилися продати там частинку свого часу, чи є вже чернігівці, які готові заплатити якісь гроші за зустріч там з людиною? На сьогоднішній день у нас вже більше 30 заявок, причому практично однакове кількість чоловіків і дівчат. Самое интересное, что уже на сегодняшний день есть довольно известные люди, и общественные деятели, и журналисты, и фотографы, и актеры, и мы действительно очень надеемся на то, чтобы к этой акции присоединились не менее известные люди Чернигова, потому что мы считаем, что эта акция именно такая добрая и должна нести добро. И в первую очередь пускай к этому принимают участие активисты вообще города, тем самым помогая нам в реализации помощи детям. То будь-хто може подати анкету і брати участь у цьому акції? Так, хто-либо. Ну, а покупки, ви спрашували, у нас, виходить, йде це по часу. На сьогодні у нас зараз йде неділя регістрації іменно анкет в качестві лотів. Тобто люди, які дають можливість зустрітися з собою. Після цього буде неділя покупок. Тобто люди, коли вже побачать всі альбоми, регістрація буде завершена, і тоді у людини буде вибір зустрітися з одним або іншим чоловіком. Яка початкова сума? Початкова сумма, стартовая цена, это 20 гривен, это, мне кажется, это минимальная цена, которую вы можете помочь нам, точнее, не нам, а детям, и тем самым после этого каждый шаг, то есть, когда, если вы захотите встретиться с этим человеком, а уже поставил человек другой сумму, вы делаете шаг в 10 гривен, то есть минимальный шаг 10 гривен, конечно, кто как хочет, кто-то и мог заплатить в прошлый раз, это было и в 100, и в 200 гривен разница. В минулом році пам'ятаєте, яка була найбільша сума? Если я не ошибаюсь, один мужчина заплатил около 1000 гривен, но даже он просто это заплатил, и он даже не купил встречу. То есть ему важно было, что он понимал, куда идут эти деньги, и эти деньги действительно пошли к детям, которые в этом нуждались. Ну и, власне, как можно стать участником вашего аукциона? Тобто, где вас можно найти? Я так зрозуміла, в соцмережах, да, группы? Да, в основном у нас есть официальная группа наша, Черниговская Фри, она есть ВКонтакте, в социальной сети. Также мы возобновили страницу в Фейсбуке Черниговская Фри.
Ну, то есть, в принципе, других таких аналогов нету. И именно там у нас вся информация про правила участия. Вы просто заполняете анкету, пишите ребятам, которые вместе со мной, вот команда моя, которая это все оформляет, которая выставляет все эти лоты. И они просто, вы делаете самую простейшую форму регистрационного листа, и вы уже являетесь участником. Ну и треба ж про себе щось написати. Да, конечно, вы пишете информацию о своем возрасте, потому что вообще мы с 16 лет даем разрешение согласовываем с родителями, то есть ну, там есть уже и документ о согласовании, то есть с года батьків на участь. С 18 лет, естественно, вы можете самостоятельно это все подавать. Возраст, ну, ограничений в возрасте нет. И да, конечно, вы пишете буквально пару слов о себе, чтобы ну, заинтересовать людей, чтобы они смогли перевести с вами встречу. Власне, про суму коштів, яку суму плануєте зібрати і куди ці гроші підуть? Тобто ви вже знаєте, куди віддасте зібрані гроші? Так, звісно. Ну вот именно конкретной суммы у нас не было цели там собрать там вот именно столько-то, потому что мы планируем превознести какие-то наши ожидания, возможности, потому что я свято верю в то, что люди на это откликнутся, как можно больше людей хотят помочь, и я знаю, что каждый из нас минимально этими 20 гривнами могут помочь детям, а куда именно пойдут эти деньги, мы уже давно... Ну, являемся партнерами благотворительного фонда имени Вадима Нестерчука. Мы давно сотрудничаем с представителем этого фонда, мы являемся информационными партнерами. И так как недавно у нас в Чернигове открылся онкоблок для детей именно, то все эти денежки будут переведены непосредственно на наш черниговский онкоблок. Помощь дітям. Ну дивіться, якщо буде така ситуація, от за лот, скажімо, заплатять всього-навсього 20 гривень. Це невелика сума. Чи буде, чи відбудеться ця зустріч? Чи йдеться взагалі про великі суми? Там, ну, від 100 гривень, від 200 гривень? Нет, конечно. Ну, то есть, вы же понимаете, мы охватываем абсолютно широкий аспект всех желающих. Мы специально создавали эту акцию для того, чтобы в ней могли участвовать каждый, абсолютно каждый желающий. Что даже если это будет студент или школьник, и он всю жизнь мечтал встретиться с фотографом известным в городе или с известным журналистом, то почему он не должен иметь возможность встретиться с ним? То есть, да, конечно, основная цель – это благотворительная, как бы, наша помощь детям, но при этом мы берем за основу, чтобы каждый мог пообщаться и встретиться ну, с желаемым вот таким вот человеком, с которым он действительно там мечтал и не мог себе даже этого представить. Это могут быть как музыканты, как поэты, вот так и известные деятели города. И даже не города. У нас есть анкета, где девушка написала лично, что я не из Чернигова, но мне так нравится ваша идея, я очень хочу поучаствовать. Поэтому она тоже будет. Ну и, власне, наостанок расскажите про организатора, який збирає кошти, який організовує ці акції, про вашу молодіжну організацію. Хто її члени і, власне, якими ще гарними справами ви займаєтеся? Значит, организаторы этой акции – это непосредственно фундация региональных инициатив. Это всеукраинская молодежная общественная организация, которая уже существует 14 лет, также занимается международной деятельностью уже около 9 лет. И на сегодняшний день эта акция является всеукраинской. Просто в разные времена мы проводим вот, ну, в разные промежутки времени. На самом деле, уже не первый год мы практикуем подобные вещи. Именно в Чернигове организация существует. Вот ячейка сформировалась полтора года назад, 5 сентября, и мы практикуем абсолютно разные социальные проекты. Конечно, сейчас мы беремся за благотворительные, также мы создаем ну, образовательные проекты. Это были и уличные университеты, это была и школа личностного роста, и школа активной молоди. Ну, то есть абсолютно разносторонние, такие неформальные обучающие курсы, нацеленные на самореализацию и саморазвитие молодежи, и, ну и также, в принципе, всех желающих. Команда наша абсолютно открыта, наша организация абсолютно открыта, она не политичная, не религиозная, ну то есть это просто общественная организация, которая ну, защищает интересы молодежи и пытается и делает все возможное, чтобы сформировать осознанную, осмысленную молодежь в нашей стране. И тем самым хочу сказать о том, чтобы присоединялись все те люди, которые стремятся к самореализации, которые стремятся сделать этот мир лучше и ну,
помните о том, что все в ваших руках, и присоединяйтесь к нам, мы всегда открыты, и наши двери всегда рады вас видеть. Спасибо. Це добре, коли є у нас така активна молодь, яка намагається боротися з викликами суспільства. Серафімо, я вам дякую, що ви стали гостею нашої студії. Нагадую, що сьогодні ми говорили про благодійний аукціон «Купи зустріч», і у нашій студії була Серафіма Молчанова, це регіональний представник Всеукраїнської молодіжної організації «Фрі». Ну і всі бажаючі можуть стати учасниками благодійного аукціону.